Мы ставим цели, но ума задеем. На вас обрушится вал проблем. Вал проблем. К ним попадаем в плен. Спектакль «Игра под другим углом» — это игра. Игра, которую предлагает нам сыграть хозяйка кафе. На любую ситуацию мы можем посмотреть под разным углом. Мы можем видеть только плохое или, наоборот, только хорошее, но так же тоже не бывает. Поэтому вот мы вместе с героями нашего спектакля будем учиться смотреть на разные ситуации под разным углом, делать выводы и самим решать, какой угол зрения нам ближе. Будут танцевальные номера, танцы на колясках. С нами сотрудничает певица Дворца культуры металлургов Елена Пахолкова. Мы записали две песни специально к этому спектаклю. Слова написала моя мама. То есть это, знаете, такое семейное уже творчество. Уже 5 лет работаем по такой схеме. Сначала концерт, через полгода мы делаем спектакль. И вот подошла очередь, мы подготовили новую программу. Отличие этого спектакля от других спектаклей, во-первых, мы сменили режиссера. То есть так как уже хочется чего-то нового, свежего, то попросили с нами посотрудничать Толбузину Юлю. Мы с ней уже не один год сотрудничаем, но вот чтобы прям целиком спектакль, это у нас впервые. Мы этому очень рады и надеюсь, этот эксперимент понравится нашим зрителям. Еще одно отличие данной премьеры. Обычно рождается идея, опираясь на те номера, которые у нас уже есть. Здесь мы пошли немножечко другим путем, то есть сначала пришла ко мне в голову идея, вот я поделилась с Юлей, и потом уже отталкиваясь от этой идеи, мы стали специально ставить номера, подбирать музыку конкретно к этому спектаклю, делать содержание номеров, чтобы оно было в канве вот этого спектакля. Сложность в чем, ребята? То есть обычно мы номер танцуем, номер переодеваемся, номер опять танцуем. Постепенно мы понимаем, что они уже начинают превращаться в настоящих артистов. И вот этот спектакль, еще одно его отличие, что ребята практически все время находятся на сцене. Я сама не понимаю, как они успевают переодеваться так быстро, но вот поставлена задача максимально быстро переодеться и вновь уже выходить на сцену в новом образе и наполнять собой все пространство. Это очень сложно, но в то же время это очень интересно. И для ребят это новый опыт. Быть не только танцором-артистом, а быть еще и артистом, вот именно вот как театральный артист. Слов пока у них нет, но эмоции мы стараемся с ними отработать и передать сюжет при помощи мимики движений. Ну, мы стараемся, чтобы каждый наш концерт, каждый номер и, конечно же, каждый спектакль нес какой-то смысл, был интересен зрителю, причем и ориентирован на любой возраст, чтобы каждый, кто придет в этот зал, подчеркнул для себя что-то новое, открыл что-то новое.